Ты любишь плов? Хочешь, я положу тебе еще? Нет, нет, я поправлюсь. Большое спасибо, все было очень вкусно. Приятного аппетита. Когда Омер уйдет в армию, приходи к нам, дочка. Тетя Мелиха приготовит для тебя самые вкусные блюда. Спасибо. Не знаю, наверное, время будет тянуться долго. Глазом не успеешь моргнуть, как я вернусь, не переживай. Он отдаст долг родине и вернется, не переживай. Эй, Шан, ты допила кофе? Хочешь, мама погадает тебе? Все о тебе расскажет. Хорошо. Подожди, пусть мама скажет. Ты просто скажи, что видишь. Подожди. Мама, здесь два крыла. Крылья бабочки? Похоже на то. А еще что-нибудь есть? Рядом с крыльями что-то длинное, похожее на перо. Как тень человека? Да, похоже. Ты, наверное, ждешь кого-то в гости, мое дитя. В 3 часа ночи, например. Нет, я никого не жду. Может, это родственник, о котором ты давно не слышала? Нет. Но ты думаешь о нем? Нет. То есть у меня есть тетя, других родственников у меня нет. Но теперь есть. Не так ли, мама? Поезжай, сынок, береги себя. Хорошо, папа. До свидания. Хорошо, служи, сынок. Хорошо, папа, не волнуйся. Мама. Мне будет не хватать твоих объятий. Береги родителей. Пусть они меня берегут, я еще ребенок. Брат Али, присматривай за ним. Да ну его! Без меня он наломает дров. Брат, смотри, не геройствуй. Ты нужен нам живым и здоровым. И невредимым. Хоть раз в жизни сказал бы что-то умное. Береги себя. Ты нужен нам. Брат, поезд уезжает. Быстрее, сынок. Ты красивая. Что я сделал, чтобы заслужить такую девушку? Перестань, Умар. Пиши мне. Хорошо. Обязательно буду писать. Иначе мне не будет покоя, и я буду считать, что мне приснился сон. Слышишь? Что случилось? Я боюсь. Почему ты боишься? Если скажешь «останься», я останусь. Честно, если не хочешь, я никуда не поеду. Иди, поезд уезжает, иди. Ладно. Уезжай.